Доброе время суток, дорогие друзья! Я вновь рада встрече с вами. И мы продолжаем путешествовать по торговому центру Mall of Antalya. И сегодня наша цель – магазин, который называется Beverly Hills Polo Club. Этот бренд пользуется популярностью во многих странах мира. Компания была создана в 1981 году в Соединенных Штатах Америки и активно развивалась. Логотип этого предприятия – всадник, играющий в поло. Корпорация занимается производством следующих товаров. Это одежда и мужская, и женская, обувь, парфюм, часы и женские сумки. Те, кто выбрал эту марку, имеют возможность обновить гардероб в едином стиле. Основателями компании являются игроки модного в США вида спорта поло. Поэтому она и получила такое название. Изначально они не имели никаких связей с модой, но у двух студентов возникла идея реализации футболок, так как они хотели заработать на оплату учебы. Их товар стал популярным, и в скором времени в продажу поступила одежда и косметика под маркой Beverly Hills Polo Club. Бренд уверенно развивался и быстро покорил мир. Ассортимент марки существенно расширился, в нем появились кеды, рюкзаки, наручные часы. Продукция этого бренда рассчитана не только на взрослых, но и на детей. Основной акцент бренд делает на молодых людей, поэтому подавляющая часть товаров выдержана в молодежном, лаконичном стиле. Их дизайн отвечает модным веяниям, при этом они универсальны и могут помочь в создании стильного образа людям разных возрастов. Магазин состоит из трех частей: одежда детская, одежда мужская и одежда женская. Да? Yes. Да. Высокое качество товаров сочетается с практичностью и разумной стоимостью. Хорошо. Новые коллекции, что-то новое есть? Новое есть. Ну, покажите нам, yes. Что новое есть. Полуфутболка есть, футболка есть. Так, ну давайте, вот рубашка. Сколько стоит такая рубашка? Это девушка. Лира. 1499 лир. Хорошо. Футболка есть. Другой модель есть, другой вариант есть. Сколько футболка? Это стоит 106 девушка. Вы турчанка? Вы турчанка? Yes. Турчанка. Yes. Так. Это лир. 799 лир. Yes. Это шортик есть. Другой модель есть шорт. Так, шорты сколько? Какая цена? Так, шорты 999. Yes. Хорошее качество такое, да. Это хорошая модель. Хорошая модель, да. Рубашка есть. Ну, рубашек много здесь. Это? Вот, всевозможные. И цвета. Это лен материал. Лен. Сколько стоит такая рубашка? Это лишь. Так, 1199 лир. Смотрите, как. Это все льняные рубашки. Салатовая, беленькая. Вот такая вот. У моего мужа такая рубашка. Джинсы. Джинсы сколько? Это лишь. Так, 1299 лир. Это другой вариант есть джинсы. Разные варианты, да? Это полуфутболка есть. Другой вариант. Однотонные футболки. Лишь. 999 лир стоит. Стоят футболки. Видите, разных цветов на полочках. Это кепка есть. Другой модель есть. Кепки сколько?
сколько? Это есть. Ага, 399. Хорошо. Смотрим, что еще тут есть. Всевозможные шорты, футболки. Футболки разных оттенков, разных цветов, точно так же, как и шортики. Посмотрите. Подобрать вообще не проблема. Ну, например, вот такие стоят 699. Булочки. Сумки. Ну, например, давайте. 1699. Такая 1190. Вот такие вот цены. Сланцы. Женский отдел. Платьишки, футболочки. Вещи все качественные, поэтому и цена такая. Поло. Хорошо. Али очень любит поло, одежду. Платье. Интересно, сколько куртки? Жилетки, куртки. Вроде не сезон. Посмотрим на цену. Какая цена? Видите, а центы нет. Может быть. Сейчас посмотрим. $2,999. Скидка. Видите? Было $4,999. Летний период здорово покупать одежду, потому что на зимние вещи цена гораздо ниже. Ну что тут еще есть? Из всего предлагаемого брендом ассортимента наибольшим спросом пользуются футболки и джемперы. Цветовая палитра коллекции отличается яркостью и разнообразием. Дизайнерам бренда нравится комбинировать нейтральные оттенки и яркие сочные цвета. Также они активно используют орнаменты. Создаются необычные наряды, которые радуют глаз и поднимают настроение покупателям. Цена 2199. Симпатично. Брючки. Брючки стоят 1499. Скажете, дорого? Да, дороговато. Дороговато. Ну, это бренд. Брендовая одежда, в общем-то, сами знаете, и стоит. У моего Али очень много одежды из пола, поэтому я узнаю некоторые вещи знакомые. $599 футболка, а курточка, вот что-то я цену не вижу здесь. Спортивные костюмы. $1,599. Ой, брючки.
брючки 1499 тоже. Есть вот с шортиками. Смотрите, шортики. Вот такая. С капюшоном кофточка, толстовочка. Цена 899 шорты. Кстати, скидка на них. Ну вот такой вот ассортимент. Что здесь еще есть? Вот такие вот. Смотрите, какая Polo Club. Симпатичная очень. Цена такой 1799. Вот такие вот. Футболки 499. Так что магазин расположен в торговом центре Моло Фанталия на втором этаже. Добро пожаловать, приходите. Хорошие девочки, чуть-чуть говорят по-русски, вот, но очень любезные, стараются помочь. Если вам что-то необходимо, всегда вам подскажут и помогут. Переводчик в помощь использует. Ты шикюры дыри, горюшурус. Еще раз покажу вам, как выглядит магазин этот. Выглядит он вот таким вот образом. И что рядом? Идем дальше. Надо все спрашивать. Цен нет. А, хотя есть вот в мелком. 111. То, что вижу. Скидка на эти помады 101 турецкая лира. Эти 78. Карандаши. Мне ничего не надо, у меня все есть. Golden Rose неплохая косметика. Качество мне нравится. Качество неплохое. Так, ну идем дальше.